кофе не льстит потребителю, так же, как и настоящее искусство. Кофе, он, понимаете, он просто есть. И ты, так же, как этот лес, ты пьешь кофе таким, какой он есть. А есть он сам по себе, он крут в том, что это плоть и кровь. Как мой брат сказал про фильмы Карпентера, что это плоть и кровь кинематографа. Воистину, Дэвид Линч, Карпентер – это плоть и кровь кинематографа. Сосновый лес – это плоть и кровь леса. Вот то, что вы сейчас видите, это Марийский лес. Он как кофе. И он никому ничего не должен доказывать. Ему это не нужно. Он сам по себе и внутри себя, он это плоть и кровь, короче говоря. Плоть и кровь, друзья мои. Вот так. Поэтому, ну, собственно, сейчас второе видео у нас посвящено кофе. Вот между тем, вот это все последствия урагана. Здесь ездили машины, и природа перекрыла дорогу. А это крона упавшего дерева, особенно березок. Мне напоминает девушку лежащую. Не знаю, как вам, но мне напоминает. Так, друзья мои, короче. Кофе-то, кофе, сейчас. Но полюбил я кофе. Это произошло, я могу даже точно сказать, где. В особняке у отца моего друга-пианиста Вани. Мне там сварили кофе. Это был, ну, где-то там район 15-16 год. До этого я не пил ни чая, ни кофе, пил только воду и очень этим гордился. То есть кофе – это новое, что появилось в моей жизни. Вообще, нового у меня ничего не появляется. Я ультраконсерватор, я не люблю новое. Но кофе – это раз 100. Ну и тут еще в завершении скажу, что хотелось бы, когда я уже в жизни преуспею, а я считаю, что это только когда ты уже достиг благосостояния, когда ты уже настоящий такой зрелый человек, тут можно уже и с вином погурманствовать. Вот так. Поэтому, потому что, судя по тому, что я узнал, вино – это благороднейший тоже напиток, как и кофе. Ну, поскольку там связано с опьянением, а у меня и так постоянное опьянение сознания без всякого алкоголя, без всяких веществ. Просто тупо от того, что я вижу. Поэтому я пока с этими вещами стараюсь не шутить. Алкоголь я не употребляю вообще и даже никогда не пробовал. Самое время отлить.